Привет, ребят! Сегодня ко мне попала вот такая вот достаточно большая посылка. Посылка это не с Китая, а с магазина Татьянка.ру. И здесь у нас должны быть заготовки для шкатулок. Деревянные заготовки из липы. Ссылка на магазин. Хотя даже, наверное, на каждый товар из этого магазина, который мне пришел в описании. Сейчас мы посмотрим, в каком состоянии пришли наши шкатулки. Пришли они из Москвы за 6, по-моему, дней. Но я живу в Владимире, а Владимир не так далеко от Москвы. Так что не стоит, так сказать, удивляться такому быстрому приходу. Так, открываем. Как заказать товар из магазина Татьянка? Вот тут аннотация и ссылка в описании есть на видео, как сделать заказ из магазина Татьянка. Так. Открываем нашу коробку. Так, что же у нас в коробке? Вот такой сверток. Коробку мы убираем. Ничего интересного в коробке нету. Как, кстати, в самой коробке нету. У нас есть почта. Давайте, короче, открывать. Вот такие вот шкатулки. Ой-ой-ой. Шкатулки вот такие вот. Очень плотно они сделаны. Единственное, что не очень хорошо, это вот эти штырьки. Штырьки, потому что остаются потом, так сказать, шрамики от их, когда обрезаешь штырек и сюда вставляешь. В общем, мне это не очень нравится. Лучше, когда тут магнитики стоят. Вот именно эта шкатулка очень прилично сделана, потому что я не первый раз тут заказываю на этом магазине. И в этот раз мне больше нравится сборка. Давайте дальше пойдем. Значит, это у нас один вид шкатулок. Второй вид шкатулок, это вот такие квадратненькие. Значит, опа, открываются тоже штырьки. Ну, довольно качественно сделано, потому что я вижу, что качественно было хуже. Второй вид шкатулок, так. Это абсолютно такая же, как и предыдущая. Ай, вот такая вот она. Абсолютная копия. Сюда идет. Так, дальше. Дальше у нас идет какая-то бумажка. Я еще толком не знаю. Это у нас чек. А вот сумма. Шкатулки, так сказать. Шкатулка вот эта вот продолговатая, длинная. Это у нас шкатулка деревянная, плоская, из липы. 11 на 8 на... Нет, это не та. Шкатулка деревянная, плоская, из липы. Это у нас 14 на 9 на 6 сантиметров. Деревянная заготовка для творчества. Итак, стоит она 250 рублей. Заказывал я их две штуки. Вот она, вторая штука, так сказать. Вот вторая штука. Как прям, что шва, даже не видно. Это прям хорошо. Открывается они туго. Ну, есть один минусик тут. Сучок. Но это небольшой минус. Шкатулки мне нравятся. Качество хорошее в этот раз попалось. Две такие штуки. Шкатулки. Три мы видим квадратные шкатулки. Квадратная шкатулка одна стоит... Там 220 рублей она стоит. Это 250, это 220. И две такие странные шкатулки я заказывал. Нестандартного размера. Вот такие они. Это что-то между вот этой и вот этой шкатулкой. Вот две штучки такие. Маленькие, эмблема Татьянка, тоже 220 рублей они стоят. Ну, чисто интересно попробовать. Так, я думаю, я буду записывать видео, как я режу вот эти вот шкатулки.
А про вот эти всего скорее я не буду записывать видео, потому что это долго достаточно. Вот у меня есть точно такая же шкатулка, только уже готовая, вот я ее сделал. И вот на изготовление такой шкатулки примерно уходит у меня вот лично 1,5-2 недели. Ну то есть это долго записывать, нудно. А вот такие я делаю побыстрее, поэтому всего скорее буду вам показывать, как я их делаю. Ну и надеюсь, будете меня смотреть. Вот такая вот шкатулка получается из вот такой вот. Значит, у меня есть запчасти, точнее не запчасти, а фурнитура, по-моему, это называется, то есть замочки. Замочки для шкатулок, они у меня есть. Так что шкатулки эти будут замочками. Ну, на этом, наверное, все. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь, ставьте лайки обязательно. Пока!